ну, состояние такое же, да, разная информация сейчас в интернете. Хуже стало, ну, состояние такое же тяжелое, стабильно тяжелое состояние, и он до сих пор находится в коме. Подскажи, пожалуйста, сейчас огромное количество ложной информации вообще, и причем последняя информация, она пошла чуть ли не из зала АК, из каких-то людей там и так далее. Вообще, вы находитесь, как я понимаю, на прямой связи и постоянно контролируете обстановку, которая там происходит. Ну, пытаемся мы. Я-то с докторами не контачу там ни с кем. Пытаюсь там у Хаиба узнать, с близкого круга у кого-нибудь узнать, как состояние тренера. Расскажи, пожалуйста, вообще сейчас есть такие очень громкие заголовки в интернете по поводу какого-то невероятного бума коронавируса в Дагестане. По поводу конкретно Дагестана, которые зараженные. Да, к сожалению, очень много зараженных, потому что вначале у нас люди чуть-чуть не верили этому всему, не соблюдали никаких мер, никакой защиты, там все гуляли, выходили на улицу, и вот в итоге очень много людей заболевших, и местности там в районах разных, где медицина слабая, больницы не оборудованы, где мало мест в больницах. Там картина очень страшная, потому что просто вот людям нету места в больницах. Нету медикаментов, не хватает. И всего, да, даже элементарно